Профессионалы работают в 17.00. В понедельник они борются с вампирами. Лайнел Корман. Друзья зовут меня Элвис. Во вторник ведут раскопки. Дай мне карту, я обозначу место с точностью до миллиметра. Это то, чем я занимался в Ираке. Ты был в Ираке? В среду они считают ворон. Ты не обязан этого делать. Я все еще шериф, и даже это мой последний день на службе. В четверг гоняют на спортбайках.